Цезарь, мальчик мой, что у тебя болит? Ну, как мне тебе помочь, Цезарь? Сейчас, сейчас, сейчас. Хороший. Сейчас, сейчас. Хороший. В общем, история такая. Тот по округе раскидал тут какую-то отраву. Местные переполошились, вызвали полицию с собаками. Ну, а те похватали своих барбосов, ну, и стали собирать. Не жалко им своих собак-то было, а? Ну, они ж кинологи, у них собаки обучены всякую дрянь с земли не есть. Вот нашли Волкова Ксения Кирилловна, следователь УГРО. Следователь? Угу. Чего все? Ребят, забирайте. Смерть наступила около 10 часов назад. Причина смерти – обширная травма мозга, вызванная 3 огнестрельными ранениями. Пули с резиновой оболочкой, скорее всего, выпущены из травматического пистолета. Также на лице жертвы имеются следы побоев. Ого, да тут коктейль. В смысле? В крови всех погибших собак соли синильной кислоты. Причем не самый распространенный из цианидов. Интересно. Собак вообще-то чем-то попроще травят. У кого-то с песиками назрел серьезный конфликт. В чем яд был? Мясо? Да, у всех собак в желудке говядина. А что с пулями, отработал? Угу. Травматический пистолет Good Sam шотландский набирает популярность. А наш пистолет не нашли? Пока нет. Но за убитой как раз такой числится. Нет, второго пистолета больше нигде быть не может. Жена его или в кобуре с собой носила, или в сейфе хранила. Ну, если хотите, можете поискать, но вряд ли. Поищем, поищем. Ну что, Кость? Похоже на разбой. Ну а что, кошелька на трупе не было. Серьги, кольца тоже все поснимали. Очень похоже на то. Достала травмат, пыталась отбиться. У нее же этот пистолет отняли, и ее же из него застрелили. Фу, Ваня, ты что за гадости смотришь? Ты что, собак-ненавистник, что ли? Чтобы понять преступника, нужно думать, как он. Вот я и проникаюсь. Но пока что-то никак не могу собак не взлюбить. Ты можешь меня облаять? Ну, как ты умеешь? Ну, пожалуйста. Ну, давай. Угу. Сейчас. Давай. Ты достал со своими шуточками! Вот, вот, отлично! Получи печеньку с начинкой сюрпризов. На, 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 на. Фу, 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 говорю, фу! Я вообще-то собак люблю. К тебе тоже неплохо отношусь. А форум Докхантеров читаю в надежде, что кто-нибудь похвастает подвигами.
Так они и признались. Они уроды, но не дураки. Не скажу им. Обычно где-то что-то да проскальзывает. Ресурс закрытый только для своих. Ну что-то на этот раз все молчат. Да это не дух Хантера. Думаю, отравление собачкой — это часть плана. Ну, для убийства Волковой. Сначала собаку, а потом ее. Ну, это не лишено смысла. И ценности могли забрать для отвода глаз. Если бы хотели ограбить, выбрали бы жертву без собаки. Слишком это сложно для разбоя. Ну да, либо Волкову подловили, когда она была без собаки. Леонид Михайлович, скажите, пожалуйста, где вы были и чем занимались в то время, когда произошло убийство вашей жены? Пиво пил с друзьями. Мы каждую последнюю пятницу месяца собираемся. Ну, вернее, не каждую пятницу. А вы раз в месяц, да? Это правильно. Да. Ну, я ради Ксюши, чтобы она не волновалась лишний раз. У нее и так работа нервная. Зачем ей еще пьяный дурак дома? А, скажите, пожалуйста, уже такой личный вопрос. Вы с женой часто вообще ссорились? Вообще были такие скандалы? Да не сказал бы. Нет, ну что вы, какое рукоприкладство? У нас с Ксюшей вообще гармония была. Можете у кого угодно спросить, вон тетя Света подтвердит. Вот это правильно. Жену надо слушаться, и тогда в семье будет полная гармония, да? Ага. Гармония, гармония. У вас же жена была брюнеткой. А тут вот рыжий волос, кстати, может быть, и женский. Вы не можете предположить, кому он мог принадлежать? Не знаю. Есть неплохой фрагмент отпечатка на пуговице. Давай посмотрим, кто наследил. По логике, это должен быть отпечаток Волковой. Ее комод, ее набор для шитья. Твоя логика, Ваня, универсальная. Волкова женщина. А значит, линейно так подходить не стоит. Ну, говорил же. Залесна Виктория Викторовна сейчас под следствием. Ее дело вела убитая Волкова. ФЭС расследует убийство следователя Ксении Волковой. Женщина была застрелена во время прогулки с собакой из собственного же травматического пистолета. Орудие убийства не найдено. Собака Волковой отравлена, как и несколько других в той же местности. Поиск среди док-хантеров результатов не дает. Предполагают, что отравление собак – отвлекающий маневр. Истинной целью преступника было именно убийство. Во время обыска квартиры погибшей находят следы Виктории Залесной. Это одна из подследственных Волковой. Да, Галь, алиби мужа проверили. Это все верно, действительно, он пил пиво. Ну, там и свидетелей куча, и на камерах засветился, в общем. Понял? Понял. Чего, как думаешь, Костя? Волкову не за работу убили? У нее же процент раскрываемости был. Ого-го. У нас раскрываемость тоже ого-го и показатели. Нас же за это не убивают почему-то? Да не, просто мы с тобой живучие, как тараканы. Залесная ВВ 91 года. Задержана за хранение наркотиков в крупных размерах. Пуговица и волос Залесной, которые наши нашли в квартире Волковой, в деле не фигурируют. Странно. Может, тут магия вуду замешана. Через пуговицу и волос порчу навели. Андрей. Да, я шучу. Но мне кажется, что Залесная не причастна к убийству Волковой. Это с чего это ты решил? Залесная ветеринар, она животных любит. Стала бы она собак убивать. Ну, своими руками нет. А у нее, кстати, алиби. Она сейчас в СИЗО сидит. А вот если кто-то мстил за нее, то могли собаку не пожалеть. Наоборот, даже никто и не подумает. Я тут еще несколько дел Волковой посмотрел. Не все прилично выглядит. Она много дел возбудила по наводкам от информатора. Это обычная практика. Да, но информаторы платные, но знала о них только она. Возможно, даже что с фондами мухлевала, которые агентов оплачивали. Плюс статей много одних и тех же. У кого патрон находили, у кого дозу наркотиков. Вообще-то это распространенная подстава среди недобросовестных полицейских. А прокурор возбуждение дела подтвердил? Угу. Причем во всех сомнительных случаях один и тот же. Прокурор Богданов. Между прочим, на него давно жалобы поступают. Надо этого прокурора проверить. Это еще не все. В большинстве сомнительных дел фигурирует один и тот же оперативник. Илья Зыбин. Он все эти наркотики и патроны у людей находил. Объект на маршруте.
Я вот только не знаю, какой подход к нему применить. Разумленная белком или, может быть, стоп-жлоб или яблоко из-за спины? Яблоко – это хорошо, но давай-ка по классике. Бери животных. Бери животных – это интересно. Сейчас. Кого плывешь, карась, ты что, нюх потерял? Сейчас ты у меня потеряешь кое-что. Че ты там чирихнул, Чижик? Я просто не расслышал. Тебе хобот сломать, да? Капитан Зыбин, уголовный розыск. Документы предъяви, те. Майский, сработало. Понятые все видели? При личном досмотре подозреваемого обнаружен пакет с белым порошком, предположительно наркотическое средство. Это подстава ментовская. Подстава. Так. Оп, 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 оп. Попался, сволочь. Не зря народ говорит, не шей другому дело, сам в него попадешь. На сей раз вы подставили сами себя. При свидетелях и под видеозапись. Так что советую не валять дурака, а сотрудничать. Да я-то чё? Я же не для себя, меня Волкова заставляла. Кто бы сомневался. Ну и что именно заставляло вас делать Волкова? Да все. Она мне показывала человечка, я ему дежурный пакетик, либо патрон на карман. Вот и статья. Вот змея. Платил-то хоть нормально? Могла бы и больше. Заставляли его. Уведите. Значит так, все дела, которые вела Волкова, отправляем на перепроверку, чтобы ни один невиновный за нее не сидел. Я думаю, это месть была. Вон скольким людям жизнь поломала. Проверяем сначала тех, кого она точно подставила. Слушай, ну и тетка эта Волкова. Настоящий суперзлодей. Mm-hmm. Если всех вместе ее жертв собрать, тут не то, что собак. И рота личной охраны ее бы не спасла. Шалава мусорская, башку оторвать. К сожалению, опрос полезных результатов не дал. У всех железные алиби, сидят. Мы проверяем близкие контакты, но это долгая песня. Мы только первый куплет петь начали. Иван, дурака валянием дело не раскроешь. Вообще-то я раз 10 раскрывал именно этим методом. Помните первоапрельского работорговца или банну лентяев? Иван, не морочь мне голову. Тебе скучно? Могу развлекательную поездку с оперативниками устроить. Посидишь пару дней в засаде, в помойной яме. Кажется, по орудию убийства новости. Я пистолетный контроль поставил. 3 часа назад покушение на разбой. Гражданин с огнестрельным ранением. Резиновая пуля. Предположительно, наша модель. Ты чё зырышь на меня? Сумку свою давай сюда. Давай, выкладывай. Дядь, ты чё? Эй, дядь, тормози! Терпевший оказался мастером спорта по сумо и обратил нападавшего в бегство. Проверил пулю из сумоиста. Это точно наш пистолет. Точнее, Волковый. А это что у тебя? Стильный чел. Рок-звезда, сразу видно. Это стрелок. Его участковый местный опознал. Да ты что, убийца рок-звезда? Круто, у нас таких дел уже 5 дней не было. Это местный алкоголик, металлист. Анатолий Густомясов, он же Толик Густой. Густой – отличный псевдоним для рок-звезды. Ему, кстати, еще не поздно, есть даже такой жанр – алкоголик-метал, он бы вписался.
Вот его сейчас задержат, привезут и расскажешь ему о чудесных перспективах его будущего. С этим Рогозина лучше справиться. Да кого ты того ломаешь, упырь? Да ты скажи спасибо, что я сегодня добрый. Что мясо? А ну-ка стой. Руки в гору, чтобы я видел. Где ствол у тебя? Где ствол? Стой. ФЭС расследует убийство следователя Ксении Волковой. Эксперты находят в квартире Волковой следы ветеринара Виктории Залесной. Залесная находится под следствием, и ее дело вела Волкова. Но Залесная не могла убить Волкову, так как находится в СИЗО. Выясняют, что Волкова ложно обвинила множество людей. Ее сообщником был оперативник Зыбин. Находят орудие убийства. Пистолет изымает у рокера-хулигана Толика Густова. Я только одного не могу понять. Как Волков связан с этим? Сочный, да? Густой. Да, точно. Какие-то гастрономические ассоциации. От голода, наверное. Сейчас бы этого кролика на вертеле и с чесночком. Ваня, ну хватит. Я же это, типа на диете, как шашлыка охот тысячу лет не ел. А мы попросим Рогозину потом самим этого кролика утилизировать. А пока у Селиванова лежит в холодильнике. После работы на речку разведем костерок, поставим палатку и... Размечтался. Правильно. После работы. Тебя на охоту с собой брать надо. Тихонов, ты мне лучше скажи, какого лешего мы кролика испортили? Нам пули стрельные для сравнения нужны. Нам одной пули из сумоиста мало для экспертизы. Кролик, ты здесь при чем? У нас гель баллистический есть. Мишень на складе полно. Ну, с кроликом ты интереснее. Шашлык ты из геля есть будешь. Но если тебе не нравится, я других мужиков с собой на шашлык возьму. Это каких ты мужиков вместо меня хочешь с собой на шашлык взять? Другое дело. Если вы попало того толстого, то я здесь вообще ни при чем. Ну, в смысле, я просто самооборонялся. Ужас, еле выжил вообще. Еле ноги унес. Такой агрессивный Боров попался. Да такого только из пулемета можно было остановить. Кто вам передал пистолет для убийства Волковой? Да какого убийства? Я его нашел. Ну, клянусь вам. Ну, заворачиваю за угол, чтобы отлить. Смотрю ствол и цацки. Ну, я подумал, что это какой-то знак свыше, что ли. А мне сейчас как раз очень много бабок надо. Интересно, зачем это вам деньги понадобились? Я, конечно, догадываюсь, но расскажите. Хочу на фестиваль поехать. Hard Rock Sea Monsters. 2 недели на теплоходе в Средиземном... этом... в Средиземном море. Но рекламу не видели, что? Ну, такая, с ихтиозаврами. Не видели? К культуре стремитесь. Ну, похвально. Ну и что же, как вы выразились, этих цацек? Вам на билет не хватило? Ну, да. Ну, не буду же я у предков у своих брать. Они и так у меня не жируют. А тут думаю, дай-ка я буржуйчиков пощипаю. Ну, раз толстый, значит, либо богатый, либо гаишник. Логично же все, да? Нелогично и антинаучно. Эх, Густомясов. Ну, вы же сами понимаете, что все так говорят. Нашел, ничего не знаю. Ну, я правда нашел. Ну, хотите место, прямо сейчас покажу.
Мне кажется, он и правда нашел. Но кто бы стал после убийства с собой пистолет таскать? Наш убийца гораздо хитрее. Этот бы не стал насчет отравления заморачиваться. Или он все-таки хочет стать рок-звездой. Знаешь, скандал тоже метод. Отличный план. Победить в конкурсе «Колено красное», досрочно освободиться и сушить тур по городам и селам Мордовии. Ну а что? Можно и там творить. Слышал про Варга Викернеса? 16 лет в тюрьме альбомы записывал. Ваня, мы не в Норвегии. Давай показывай. Ну, здесь был ствол, значит, с цацками и кошелек. Костя, Марик, строительные перчатки. Граждане понятые, обратите внимание, строительные перчатки. Скажи-ка, когда ты здесь шарился, они уже лежали? Да, вроде. Не помню, если честно. Здесь же стройка раньше была. Ну, может быть, с тех пор они здесь и валяются. Стройка здесь была еще когда ты уроки в школе прогуливал. А перчаточки новые. Граждане понятые. Перчатки, пороховые газы. Внутри мужской пот. Думаешь, убийца? Похоже. Сделал дело и все скинул. Так. Дай подумать. Мы знаем два места, где убийца точно был в вечер и ночь убийства и примерно время. И что? Поздно. Народу мало. Можно через сотовых операторов поискать, кто был в сквере во время убийства и кто был на стройке после этого, но до нахождения пистолета. Думаешь, убийца ходил на дело с телефоном? А мало ли. Проверить надо. 6 человек. Из них 4 мужчин. Вы на пробу ДНК? Прошу за мной. Даже убийцу еще не нашли. Да я не про твои железяки. Давай-ка на работе сосредоточимся. Быстрее закончим, быстрее на речку поедем. А вот кто у нас перчатки носил. Что-то он на киллера вообще не похож. Больше на маньяка смахивает. Ага. И что это? Зачем вы мне это показываете? Что я нарушил? Я домой хочу, и компьютер, пожалуйста, верните. О, Вань, что опять? В соцсеть залип. Это страница Роберта Ефимова, нашего подозреваемого. У него тут переписка интересная с одной из бывших подследственных Волковой. Ольга Шевченко тоже с наркотой подловили. Как раз вчера выпустили. Здравствуйте, Шевченко Ольга Федоровна. Мы из Федеральной экспертной службы. Ну и что опять? Ну как что, поговорить надо. Да знаю ваши разговоры. Вы что, издеваетесь, да, блин? Я вчера только освободилась. Дайте хоть воздухом подышать свободно. Нет, ну это просто беспредел какой-то, а? Мусорской. Сергей Михайлович, вы проходите. Что в дверях состоите? Ольга Шевченко, 28 лет, отсидела 2 года по 228-й, вчера освобождена по УДО. Страница в лицом к лицу, привязана к ее сим-карте. Что-то фотки на странице, на нее не похоже. Тебя тоже не похоже. Так вот, с Ефимовым они переписываются почти 2 года, с недавнего времени она ему намекала. Сейчас найду. Шевченко, ой, не знаю, Роберт, ты хороший парень, но, похоже, нам не быть вместе. Я в Москву не могу вернуться. Ефимов, почему? Шевченко. Следачка меня помнит, не даст жить, подставит сразу. Перееду в Чуйск к тетке, квартиру московскую через агентов продам. Что? У нее же нет никакой тетки. Понятное дело. Или вот хорошее место. Шевченко. Господи, какая же она сволочь, что я ей сделала? Хоть бы кто-нибудь прибил, Ефимов.
Оля, я же тебя люблю. Я для тебя хоть весь мир прибью. Ну, это, конечно, мило, но прямых подстрекательств я не вижу. Так прямых и нет. Но после этого Шевченко передала ему координаты тайника. Якобы какие-то друзья на воле позаботились. Думаю, там был яд и инструкции. Рогозина, слушаю. А, да, хорошо, сейчас подойду. Шевченко привезли. Послушайте, хватит издеваться. Я и так 2 года отсидела ни за что. Что на этот раз вы у меня найдете? Бомбу? На этот раз подстрекательство и организация убийства. Ну да, да, да. Я теперь у вас профессор Мориарти. Ефимова в допросную. Присаживайтесь. Это кто? Моя жертва? А, то есть вы все-таки признаетесь? Нет. Все, я без адвоката и звука теперь не издам больше. Роберт Данилович, вы не хотите рассказать о ваших отношениях с Ольгой Шевченко? Ты Оля? Я думал, ты младше лет на 10. И меньше раза в 2. Как я сразу не понял, что это другой человек, а не обработка фоток в редакторе? Все ты! Ну, конечно. У тебя тоже не похоже, у тебя тоже не похоже. Ну, какой интернет? Что за дурдом? У меня даже телефона не было, пока я сидела. Как бы я, по-вашему, зашла в лицом к лицу? Я не знаю. Ваш аккаунт был активен и привязан к вашему номеру сотового телефона. Но у меня эта симка еще делась куда-то во время следствия. 2 года назад я понятия не имею, где она. В общем, телефон с этой потерянной симкой включался последние 2 года только в центре Москвы. Никак не в Добинской исправительной женской колонии ИК-87 и Ванютина. Это там, где Шевченко сидела? А вычислить, кто симкой пользовался, слабо? Слабо, если честно. Аппарат одноразовый. Остальная переписка шла вообще неизвестно откуда. Конкретно следы замели. Аж уважаю. Ты не можешь все это взломать? Сам попробуй. Несколько анонимайзеров, прокси-серверов. Большая часть ресурсов из стран, которые вряд ли нам будут помогать с расследованием. Зато я знаю, чьи фотки были в профиле. Девушка тоже сидит по той же статье, только на Северном Кавказе. Все фотографии сперли с ее странички. Разве можно заключенным в соцсетях сидеть? Еще и фотки выкладывать? Надо выяснить, что это за халатность там у них в УФСИН. Может, сразу на Кавказ позвонить? Может, они нам хорошие рецепты шашлыка дадут? В общем, кто-то вас мистифицировал от имени Ольги Шевченко. Возможно, и при ее содействии. У меня даже нет слов. Я, конечно, не лучший человек. Но за что? Как так можно? У вас были какие-то вопросы? Задавайте мне теперь все равно. Начните с тайника. В инструкции было написано стрелять, когда волков остановится, и отвлечется на больную собаку. Цезарь, ну что? Скажите, а вы можете дать мне адрес этого студентика? Ну, можем. Но адрес скоро поменяется, сами понимаете. Да, мне нужен тот адрес, где он будет сидеть. А зачем? Письмо напишу. Хороший же парнишка. Из-за меня только жизнь себе поломал. Ну, из-за ненастоящей меня, конечно. Но все равно приятно. Ну, всего хорошего. Надеюсь, больше не увидимся. Я очень не могу понять, как организаторы пистолет Волковой заранее получили.
Помнишь, у нее в квартире были пуговицы и волос залесный? Ветеринарша. И что? Маги Вуду пистолет телепортировали? Да нет. А что, если Залесная побывала в квартире у Волкова еще до СИЗО и украла пистолет? Волкова следователь вдруг что-то заподозрила, нашла улики, припрятала. Ну, есть рациональное зерно в твоих соображениях. Маленькое, крошечное такое зернышко есть. Вы же федеральная экспертная служба. Помогите мне, пожалуйста. Докажите, что я не хранила никаких наркотиков. Но вы же можете, но я вас прошу. Вот это нашли в квартире убитой Волковой. Это принадлежит вам. Вы можете дать какие-то объяснения по этому поводу? Я надеялась... Я думала, что уже не вернусь в камеру, что этот кошмар кончится. Я сожалею. Но нам нужно знать, при каких обстоятельствах вы попали в квартиру Волковой. Ни при каких. Ни при каких. Я у нее в жизни дома не была. Коза, смотри-ка. Граждане понятые, обратите внимание, на постельном белье нами обнаружены следы биологического происхождения. Берем на анализ. Что ты там колдуешь? Изучаю механизм воздействия различных кислотных сред на свойства мышечных тканей и млекопитающих. И что, зачем? Ну как зачем? Я же не повар. Я должен кролика замариновать. Идеально. А это у меня в первый раз. А первый раз бывает только раз. Нельзя опозориться. Вот оно что. Ларчик просто открывался. Муж Волковой общался с Залесной. Дома у нее бывал. Значит, он и пистолет спер. Знаешь, они не просто вместе общались, они... Спали? Спали, вместе спали. Муж Волковой сисадмин, значит, в компьютерах разбирается. Мог устроить всю эту шифровку-разводку. Работает он, кстати, в центре. Так что все это вполне мог провернуть и Ефимова дурить. Ведь только наверняка все свои следы за собой подтер. Ну, всех следов, как известно, не подотрешь. Вроде замужество предлагали, отказался. У меня один уже есть. Не скажу. Осторожней, неси, не наклоняй, пыль сыпется. У меня ж приказ. Каждую пылинку рассмотреть, так сказать, изучить. Можно тебя на секундочку? Девушка, извините, ненадолго. Короче, Костик, чувствую, однако, что придется нам подкрепление вызывать. Что, сопротивление? Да какое сопротивление? Я только что из серверной. Там эти же кафе, они огромные, как слоны, понимаешь? Вдвоем не утянем. О, Тихонов, ты как... Паук в паутине. Поймал что-нибудь? Не-а. Хитрый гад. В рабочей сети идеальная чистота. Такое ощущение, что даже на порно-сайты как будто никто не заходит. Ну что, Константин, на шашлыки-то поедем, а то вон Тихонов все уши прожужжал. Кролик. Я понимаю, что там кролик размером с кошку и жрать нечего, но тем не менее... Конечно, поедем. Какая разница, какой там кролик? На шашлыки ездят, на шашлыки есть. Согласен с тобой. Ну что, воздухом на крайняк свежим подышим, а не этим. На солнышке, глядишь, погреемся. Ну, на крайний случай рыбки наловим, да, комрад? Давай последовательно действуй. Сначала бандитов наловим, а потом рыбку, ага? Твоя правда. Чё ты там застрял-то? Я не знаю, химия какая-то. Есть. Вентиляция, следы солей синильной кислоты. Такие же, как были в мясе. Ну, все правильно. В серверной вытяжка мощная. Где ему еще яд готовить?
Смотри, руки помой перед шашлыком. Хватит с нас отравленного мяса. Стадия первая. Расчленяю объект на фрагменты массой от 60 до 70 грамм. Именно в серверной вы варили яд, что само по себе уже, между прочим, преступление. Подстрекали жену убить. Понимаете, она у меня такой жесткий человек была. Каждый шаг мой отслеживала. Дышать спокойно не давала. Что мне было делать? Ну, обычно в таких случаях разводятся. Ну да, я думал. Но с бытовой точки зрения все хорошо-то было. Как-то глупо все бросать просто так. А потом я Вику встретил. И жена, конечно, об этом узнала. Угу. Ленчик, какой развод? Ты чего? Забудь и не будем больше об этом. Слушай, ну я же люблю ее. Разлюбишь. И вообще, прекратишь с ней всякое общение. Я ведь все равно узнаю. А если нет, то окажется Вика твоя наркоторговкой. Или еще чего похуже. Улики у меня уже есть. Ваша супруга в итоге обошлась безо всяких улик. Она такая. Я ни капли не сомневался, что она не блефует. Оставалось ее только убить. Причем чужими руками. Ну да. Решил Роберта натравить. Я давно этого парня разводил. Сначала просто так, ради забавы. Сим-карту я у жены нашел. И прихватил как-то. Она даже не вспомнила. А Роберт давно поплыл. Оставалось только план придумать и последние штрихи. А где вы взяли рецепт яда? Вы же не химик. В интернете, где же еще? Там, если покопаться, можно много всего найти. Она меня раз в месяц к друзьям отпускала, представляете? Раз в месяц. Санек, ну что там у вас? Возьми мне пару пива, я скоро буду. А собаку вам не жалко? Это же был и ваш пес. Если бы. Это был пес жены. Знал хитрый скот, что у меня в семье права голоса нет. И постоянно пытался свое превосходство надо мной показать. Унижал просто. А! Ну что? Ну что, Иван, едем, да? Я под Готэмском. Водохранилище одно знаю. Там пляжик, во. А я пока не могу. Мне же отчеты в кучу сдавать. Это что-то новое. Обычно не заставишь, а тут отчеты важнее шашлыка. Так, я что-то не понял, Вань. Что ты нам очки-то втираешь? Я спинным мозгом чую подставу. Ну-ка, признавайся. Будем есть кролика или нет? Я резких... Подожди. Он, ребят, не виноват. Это я с маринадом перемудрил. Ну, вместо уксуса ангидрит плеснул. Ну, что, бутылочки похожи, и запах тот же. А давайте на охоту. Холдов утка набьет. Снайпер. Да вас самих надо опилками набить. Снайперов. Сергей Михайлович, пойдем в шашлычную. Покушаем нормально. На. Пельмени. Изю. Это, я так понимаю, нам очень повезло. Да.